Так, играем с нашим террористом Рагернаутом. Так переписываемся, если мы можем так. Так. Играем без архонтов. Но это хер вычислишь, да? Ну, у меня же есть глазки. Даже есть французские глазки мои. Мои французские глазки. Обсуждаем с Рагернаутом одного игрока. Всех хочу предупредить о его существовании. Под названием Киев СПБ. Он играет жуническим отрядом. Жунический отряд у него состоит из либо четырех архонтов одного кодекса, либо из четырех кодексов одного архонта. Называем однокнопочный отряд. Только так, к сожалению, приходится играть. Может быть, это ошибка. Но посмотрим. Что, давай собьем тебя с толку. Ты же должен будешь увидеть этот телепорт. Можешь его увидеть, по крайней мере, да?
бы мне встать вот сюда, а? Мало ли, может быть, он его увидит. Хотя бы хакера бы взял, блин. Это блейдмастер, да? Это блейдмастер. Ну где-то здесь тогда ты включаешься у нас. Где ты? Тяж и блейдмастер. Хороший наборчик. Хороший наборчик. Так, сейчас переходим в одношаговую стратегию. Что-то никого не видно. Никого что-то. En route vers la position indiquée. Остаемся здесь. Спрячься-ка здесь. Ты почему-то сюда не можешь? Можешь или не можешь? Можешь. Так, защита хоть стала? Защита, молодец. Так. Так. Так, осмотрим, где же ты. Несмотря на наличие сломанного фантома, о ком он знает, он все равно не атакует. Так, встанет на якорь, пододвигаем чуть-чуть фантома. Офицер пошел. Так, отлично. Перестраиваем туда Криса. Сюда закидываем фантомов. Так, вот он здесь. Не фантомов. Закидываем кодексов. Валим этого. Кодекс и ракета. А может быть даже не кодекс и ракета. Может быть ракета, фантом. Угу. Тяжек пошел. Два кодекса, ракета, сюда, сюда закапываем Криса. Наверное, так. Офицер добежит, чтобы его отметить. Сейчас мы все проверим. Максимально близко к нему. Bien sûr. Так, я надеюсь, хватит у тебя рейнджа. Никакие деревья не помешают.
Расчет только на это. Да. Угу. Так, теперь ты. Сюда. Пофигу. О, отлично. Мы сейчас тебе приведем Криса. Так. Угу. Давай так. О, блин, обалдеть, сколько у него там артистов. Так. Снизь три. Два, ага. Выдержал, ты смотри на него. 92. Нормально. Или перестраховаться? Давай-ка перестрахуемся. 63. Надо перестраховаться. Так. Фантомыч. 92. 100. Давай 92, а? Убили, да? Так, ты идешь сюда. Ты иди подальше. Так, тяж. Это кто? Ага, это у него глаза. Молодец. А, это любимый отряд без архонтов у него. Угу. Так, ну чё, этот по две гранаты встал, да? Он встал по две гранаты. Сюда мы отправляем Крисалида, наверное. Дотягивается пистолет. Ну, может быть, дотягивается. Гренейд! Угу. Клонируйся куда-нибудь хорошо назад. Клонируйся назад. Уходи отсюда. Сюда, кстати, сюда, подальше. Нет! Что за беспредел, а? Вот что за беспредел. Поменяли, получается, кодекса на рейнджера. Так, хорошо. Дотянется ли Крис? Мне нужен Крисик. Нет, не дотянется далеко. Отлично, молодец. Спасибо. Подальше, подальше. О, отлично. Молодец. Умница. Умничка. Умничка ты моя. Так, ну что, пистолет? Одна секунда. Ну, одну секунду очень много, и можно успеть. Ружье пошло. Да, молодец. Станет на Overwatch или на что? Так. Для меня было вот это самое важное, а? Так, глаза, 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 глаза. Надо лишить его глаз. Его глаз. Так.
Всегда он может долбануть ракетой, правильно? Получается так. А здесь иная крысолит. Типа расклад не устраивает. Устраивает такой расклад. Так, как заходим-то, ё-моё. Давай отсюда. Allez, on bouge! Так. Тебе же надо двигаться. Надо. Так, офицер, ой, тот самый, этот у тебя стоит там. Тебе неудобно будет. Тебе нужно будет выпускать ракету. Ах, крисика надо, конечно, поближе. Ах. Как бы мне сделать поближе Криса? Сейчас он будет перестраивать сюда своего этого. Хотя где у него стоял? У него стоял за этой колонной. В принципе. Нет, домик ему мешает. Сейчас перестраивает. Ракета. Ракета. Ну, телепортируйся назад, а. Так, ну этот без ракеты уже. Это хорошо или плохо? Ну, в принципе, либо сюда вторая граната уходит, либо этот его добьет, либо ранит. Офигеть. Нету моих кодексов. Так, ружьишко не получается у тебя использовать, да? Угу. Так, не видишь. Надо двигаться. Гранату используй скорее, либо беги сюда. Граната. Ух ты, бедный, все потратил. Ну чё? Так. Так, ты здесь до сих пор стоишь, да? Ты до сих пор стоишь здесь. Если ты откопаешься, откуда можешь добежать ты? Не сильно-то далеко. Давай сюда. Так. Давай. Так. Он стоит без патрон, без ракеты, с одной гранатой. Огонь. Попасть. Да, конечно же, нет. Это глаза. Это глаза. Куда ты побежишь обратно? Сюда же.
сейчас меня так и будет задрачивать. Ладно. Ты пустой. Что ты будешь якориться? Если ты оставался там, у тебя нету этого самого якоря. Ты его спрячешь. Этот сюда пошел. Так. Здесь где-то, да? Ты у нас где-то здесь. Так, ну чё, блин, так он и будет бегать. Задрачивать меня. Мне это зачем? Это не надо совсем. Так. Ты остаешься здесь. Ах, блин, плохо. Ну ладно. Фух, не хватило мне времени. Так, что будешь делать ты сейчас? Занимайся меком. Занимайся меком. Мек-офицер сейчас под риском, правильно? Мы сюда придем. Мы идем к тебе. Могли бы быть уже здесь. Блин, Крис бесполезен. Крис бесполезен. Мека. Граната в мека. Ты не перезарядился, насколько я помню. Граната в мека. Якорь. Либо перезарядка. Лучше якорь. Угу. Окей, трешка ушла. Три хода. Окей. Ты. Занимаемся тобой. Перезарядка якорь. Смотри-ка на него.
здесь у нас, да? А почему я не использую сферу, кстати говоря? Кстати-то говоря, почему мне не различить эту бабу сферой? Привет. Карпунный пестик у тебя, да? Угу. А патроны-то? Ты же не перезаряжался? Блядь, да как так? Чего я так близко их поставил? Так, кем ты будешь его валить? Сейчас вся надежда на этого, что он валит этого. Кодекс подготавливает, ты добиваешь. Пускай они занимаются крисолидом, мы ёбнем гренадера. Слишком близко поставил. Да как же так? Ага. Так. 4-3, да? Отлично. Раз. Это легкие руки. Пестик и беги. Беги. Или эту бабу добить. Баба пойдет сейчас туда. Этот на якорь станет, петух. Сейчас будем думать. Этот станет на якорь. Нет, ты смотри на это. Так, погнали. Кого мы видим? 43 эту, да? 42 эту. Да, ё-моё, да что ж ты будешь делать? Сотка. Так, кто мне нужен? Кодекс. Кодекс должен остаться в живых или мег должен остаться в живых? Кодекс либо мег. Кто должен остаться в живых? А ну попробуй, мало ли, может промажет она. Промаж, промаж. Нет, попало, ты смотри на нее. Good.
перезарядилось у тебя это или нет, интересно. Так. Я за полным укрытием, вот у меня было 43, 40 против этого. Соответственно, он доджинга, как у стрелка, у фантома нет. Повыше, 60. А, расстояние поближе. Ну, хотя нет расстояния. Ну, может быть, чуть-чуть. 60, давай. Давай. У этого есть еще фэнфайр. Вообще тебе, конечно, надо фантома валить. Тебе надо валить фантома. Сейчас у меня включатся руки молнии, а мне надо валить эту тогда, получается. У этого гранат больше нет, он не такой страшный. Она страшна своим гарпуном и тройным этим. Гарпун она только что использовала, у нее гарпуна нету. Думает, считает. Ты смотри, как он серьезно подходит к этому. Беги и стреляй, блин. Беги и стреляй, братан. Якорь. Беги и стреляй. Так, все, оно ждет перезарядки тройная, это история. О, блин. Это что такое? Так. Иди сюда. Блин, сейчас будет этот тупить, а? Быстрей. Блин. Сейчас. Возьмем на себя этот самый. Подсветим, встанем сюда этим ранним этим. И мечом валим тебя. Только так. Один. А ну давай. Давай. О, блин. Ответка. Ну, блин, где кодекс? Дайте мне кодекса. Отъехал, а, промазал. О, ты остаешься в живых или умираешь? Ты остаешься в живых, я так понимаю. Так. Если ты встанешь сюда, это будет... Прощаемся с бабой. Этот. Сможет ли он его за один? Нет, не сможет. Не сможет он его за один. Не сможет он его за один. Молодец, мой французик в шапочке. Молодец. Так. Ну что, куда ты побежишь? Здесь вообще, в принципе, места-то уже нет. Это угол, оказывается. Он надеялся на перезарядку, рывком ушел сюда, надеялся на перезарядку гарпуна и фэнфайра, тройного выстрела, вернуться и долбануть меня. Молодец. Но фантомом, конечно, редко кто играет, поэтому люди, наверное, забывают про, про использование меча. Меч равен длине рывка,
кодексом, заходим в спину, наверное, вплотную, встаем, шредим броню. Подводим мека, наверное, так, чтобы он... Нет, подводим мека рывком. No problem, boss. Ага. Будешь атаковать или якориться? Одно странное решение с другим странным решением. Окей. Что он творит, не понимаю. Так, куда ты можешь встать? Сюда, так, ты. Учитывая, что этот у нас придет сюда. Труба ему оружие. Вот так. Ты с мечом идешь сюда. Братан, я на расстоянии рывка. Так, этот сейчас будет еле идти. Давай быстрее, блин, мы торопимся. Нет, не прекратилось, ты смотри. Почему не прекратилось? Странно. Так. Почему не прекратилось жужжание, мега уже нет там. Красавчик, мужчина прям.